は実在する。Я вас приветствую, с вами FuckMeta, и сегодня у нас геймплей по одному из лучших музыкантов вообще. Можешь посоревноваться с ним, разве что Брук Апу, Крачман Апу, да. Меня просили по нему сделать геймплей в комментариях, я думаю, почему бы нет. Тем более, что апнул на 6, персонаж прикольный, да. Вот, поэтому геймплей. Сет у меня раннерский. Это что касается медалей. Скиллы я не стал качать на 5 уровень, потому что смысла особо не вижу. Плюс мне жалко орбы, поэтому и 4 хватит. Первый скилл, если кто не знает, это практически мгновенный стан вплотную, то есть он быстро кастуется, это хорошо. Потом он отпрыгивает назад, сальтуху такую мутит, да, и еще атакует своими волнами, так скажем, звуковыми. Прикольный скилл. Вот. Второй, это зажимной скилл, бум называется. Вы просто зажимаете его, вот, и довольно долго вы передвигаетесь, плюс у вас еще скорость увеличивается ненамного. Вот. Когда скилл вы опускаете, если не до конца вы его, то есть, чарджит тут написано, да, то есть, not charged и charged. Если не до конца, тогда урон у вас будет на пятом уровне 656, ну, в нашем случае 562. Потом накладывает эффект огня, то есть флейм, но с шансом 50%. Это если не зажав. А если зажав, то со 100% вероятностью. На пятом уровне КД 39 секунд. Ну а на четвертом 52. Это, конечно, кринж. Трейты тут, конечно, очень-очень жиденькие. Потому что персонаж старый и трейтов, соответственно, практически нету. Ну, стандартный захват флага, как у раннеров того времени. Ну, в общем-то, тут на самом деле ничего интересного нету. Так, что у нас тут по саппорту? Что же у нас тут по саппорту? Так не вообще неожиданно. Ох ты ж, два тега. Ну, в общем, все как всегда. Вторым я ставлю Сентамару на всякий случай. Если что, вдруг. В общем, да. СС у меня какой? СС 1290, в общем, сейчас пойдем. Так. Катка у нас нашлась, Dressrosa City Stage. Оу, щит. Море. Море это круто. Но, извиняйте, я не буду брать дефера. No. Я вам затащу чисто на апо. Вы в меня не верите, что ли? Поверьте. Ну-ка, море на сколько? А, море на 6. Боже, секс. Я в тебя уже влюбился, чел. Ты мой кумир. Напишем сразу сори. Мало кому это, конечно, что-то скажет. Но, извиняйте, у меня тут... А, пу-пу-пу. Что меня больше всего разочаровывает, так это то, что у него нет озвучки. Вы прикиньте, какая там озвучка крутая была. На, я оставляю тебе море. Я тебя люблю. Там такая озвучка крутая. Там скрач. Ладно, не будем кринжовать. Но хотя бы... Блин, мне голос сел. Хотя бы у него музыка есть. Это уже хорошо. Ого. Нет, чё-то ты немножко в себя поверил еще и мне флаг не оставил. Я тебя, конечно, люблю, море, но ты как-то... Как бы давай. Ну-ка, лопнем. Хоба. Все, ладно, море, ты... Держись. А я пойду флаг возьму. Тут мясо есть, если хочешь. Нет, не успеешь. Мое. Ах ты ж сучка. Ай-яй-яй. Все, ладно, я понял. Я так думаю, тебе будет сложно, да, против Джозу. Ты ему вообще ничего не снесешь. Давай, я помогу. Опа. Хорош. Это не оттолкнешь? Нет, не достал, к сожалению. Ай-яй-яй, бляха. Там Акайну. Эй, нет, в смысле? Я же не нажимал. Вот случайно пальцем буквально поверху провел, и вот как-то так получилось.
Хоба, видали, изи дракона снес. Ой, что у меня лагает, в смысле? Нет, тут нет смысла мне там драться, тут там... Пойду, пожалуй... Не знаю, мне нужно флаги хватать, как бы я вряд ли что-то сделаю, там Акайну, Кайда. Вообще опасно. Перури. Ой, блин, булит как-то страшно, ты пуляешься. Хуяк. За мат, извините. Но без него никак, это баунтираж, привыкайте. Помоги! Спасибо. Ой, на него же не действует, да. Ладно. Вы знаете, чем я еще расстроен, да, вот. Ну, это мягко говоря, я тут сгорел уже с утра, на самом деле. Что я вчера слил 250 на буллета, а нам тут аносит просто завтра нового персонажа. Это, скорее всего, будет Гил Тесора. Персонаж, которого я хотел реально из фильма, мне он чем-то приглянулся, я его хотел. Я еще такой недавно говорю, блин, а прикиньте, было бы как круто, если бы добавили Тесора. И оп, третий БФ подряд Тесора, Бандаи там вообще укурились, походу, решили по максимуму бабок срубить. Думаю, ну, мы ж богатые. Ну да. Так, у нас что-то все сегодняшние катки вообще на дресс-розе. Мне эта карта уже начинает бесить, если честно. Тут как-то не очень удобно флаги хватать, на самом деле. То есть просто все по кругу. Куда мне... Не знаю, куда удобнее для меня лично. Тот же Триллер Барк, к примеру. Либо же Сабаоди хотя бы. Туда-сюда прыгаешь себе. А тут просто все по кругу. Не знаю, короче, мне не нравится. Конечно же, Кайда я не пойду, я что, дурак, что ли? Там две Ямато. А сверху кто там? Белоус? Так, Белоус ушел. Ха, что, не успел, да? Хоба. Сейчас дракона превратится, нет? Нет. Ну, сейчас ему его друг Луфи поможет. Надо сматываться. Нет, он меня успел задеть. Ну хотя бы наш Кайдо туда успел прийти. Может что-нибудь-то и сделает, не знаю. О боже, нет, сюда еще это идет. Вау. Ничего себе. Научи, как ты так делаешь. Все скиллы слил. Хорош. Почему у меня лагает? Вот просто безрукое создание, но при этом я сейчас могу отъехать, потому что у меня урона практически нет по нему. Ну вот, тупейшим образом. 23 хайпер буста у чела, играть не умеет абсолютно. Тут уж два варианта. Либо чел купил аккаунт и просто не умеет играть, либо у него экс головного мозга, что называется. Вообще заплыл. Комиссари давай. Кой. Ну вот, посмотри, что он делает. Ну и для чего. Слей еще давай скилл. Все скиллы сливает просто без раздумия. Это на такой трэш. Вот и все. Но тут уже победа должна быть, как бы. Не знаю, за 20 секунд реально проиграть.
Чел зачем-то злится, но на себя злись, что ты безрукое создание. Ну, успею убить. Нет. Ну, практически убил, ладно. Мне даже интересно посмотреть, что там за чел такой. Я как бы не ЧСВ, да, то есть без всего этого говорю, но... Реально. 23 буста. 9100 побед. А играть так не научился, да. Печально. Вообще, на самом деле... Скратч манапу не такой плохой, как я и думал. Вот, пока я его не собрал, то есть он был у Вити, к примеру, да, а не Вектор. Еще кого-нибудь я смотрел. Я думал, что он вообще бесполезный, то есть прям. Но на самом-то деле не совсем. Да, может быть, конечно, против меня имбецилы попадаются и прям легко так сливаются, но все же. Не всегда же я выигрываю только дебилов. Как бы, ну, понимаете. Что-то да может. Но, конечно, в прямых руках, при саппорте, при медалях, все дела. Да, блин. Ты по кому бил вообще? Нет! Как я четко прыгнул. Ну подойди ж ты ближе, ну боже мой. Что он делает? Что делает этот дофлач, боже. Гений игры. Кто там бежит ко мне? Джек. Ну ладно. А у меня так попадет, да? Опасно. Опять-то что? Отошел опять, серьезно? Да блин, ты че такой живучий? Спасибо, Рейли. Так, Джек сюда идет. Джек. Да как? В смысле? Ну он же по верху стреляет, но я ненавижу. Ну как это работает? Просто я обожаю эту фишку Bounty Rush, когда ты вниз ушел, но все равно. Тебя попадают. Он каким-то образом по верху, не знаю, еще каким-то путями. Такая хрень, это жесть. Ну, хотя бы стенку до дома поставить. Чё, нарезать будешь, нет? Чё, мы можем что-то взять вообще? Ну, ты бы шел деф, а тебе бы взял, ну... Да флач в раннер заделался, походу, да? Это бесполезно. Ну, просто, не знаю, это гениус плей какой-то. Он бы стоял дефл, я бы взял флаг. У меня... Ну, ладно. Пофиг. Такой у нас геймплей получился. Не то чтобы прям супер, но не то чтобы и говно. Первая катка, по-моему, была хорошая. Вторая вроде бы тоже. Я уже забыл, как у них там расположение. Ну, в общем, в целом неплохо, учитывая, что за персонаж-то вообще, на ком я играю. При том, что первый буст и четвертый уровень скиллов. Можно было бы и чуть лучше. Но, конечно, сильно ситуация не исправит. Хотя, конечно, тут КД будет меньше. На обоих скиллах чуть больше урона. А если еще и буст качнуть, то и статы, соответственно. Но это такое. Пожалуй, я не буду на него сливаться. Хотя, что у нас тут по тегам? Промеция, Капитан, Фруктовик, Новый мир... Худшее поколение. В принципе, для саппорта он ничего. Ну, раннер, да, еще.
В общем-то так, с вами был Факмета, подписан на канал, ну, как я сказал, Факмета. Факмета, Факметович был с вами, подписан на канал, ставьте лайки, в общем, все как всегда, и всем пока.